зависит от курорта, как и везде. Возможно, это какие-то острова, которые еще не так популярны, но они обрастают инфраструктурой и интересными отелями. Кучан, Купанган и так далее. Раньше это было больше для души, но сейчас ситуация меняется, и все больше инвесторов хотят вложить свои средства, чтобы получать доход. Квартира, так как ее можно сдавать в аренду и получать хороший доход. Пхукет – это самый сбалансированный курорт, где есть и природа, и шикарные пляжи, и инфраструктура. Их нельзя сравнивать. Бангкок – это столица, Паттайя – это курорт. Лапша, потому что мы уже просто устали от этого риса. Тайский массаж. И обязательно почаще. Это солнечные дети. Желательно все и одновременно.